вообще хотела бы, чтобы можно было, то есть не можно было, чтобы этот скрипт, а Facebook для быстрого принесения на быстрый болезнь. Хотела бы, чтобы она автоматически определила пространство ремонт и показывала только общие критерии быстрого удаления и критерии для этого пространства ремонта. В случае, если выставляем страницы переименования, направления, показывала только общие критерии и критерии начинающегося ремонта. Хотя общие критерии могут на этом подойти. Управление вряд ли могут нарушать авточку. Дальше. Теперь хочу предложить несколько новых скриптов автоматизирующих редактиров, которые по моему мнению являются востребованными. Первое – это скрипт, позволяющий выставлять и на ВК, и на КУ, и на ВКУ, одновременно еще на соревнования, я сделала такие наброски на презентации. Тут можно выбрать аргумент. Это быстрая ставка аргументов. И вот здесь вот можно ввести, если быстрый аргумент не помогает. Если выбрано вот тут к ударению, то хотелось бы увидеть кнопочку «Выставить на быстрое ударение». Тут на к переименованию. И тут тоже нужна кнопочка переименовать, на мой взгляд, не знаю. Чтобы пользователь на очередной случай не вставляет переименование, и тут тоже быстрая вставка, но вот здесь переименовать большую. К разделению. В большинстве случаев разделяют статьи на эту же статью и на какую-то еще, так что принести часть содержимого в диагноз. И вот быстрая ставка, представляя на статья слишком дальше. Это почему тут нету выпадающего приносительства? Тут объединить с, поскольку выбрано вот здесь вот объединение, обсуждение категории, там проводится обсуждение удаления, переименования, объединения и выделения категорий. Дальше. Желательно, чтобы этот скрипт определял пространство ремонта. И если мы вставляем хотя бы в namespace категория, не нужно делать такого выпадающего, как было показано на слайде. Потому что обсуждение объединения переименования и расформирования категории проводится на дистанции обсуждения категории. Дальше. Можно, вот тут я написал, где можно сделать кнопочку, на которой открывается которые будут выполняться эти операции. Можно в освобождающем, например, людей в особенных функциях, там, где кнопочка переименовать, в виде картинки оформленной на магию, на сердечку, в виде лавы, в качестве но тут уже сердечку не дает, поэтому нужно найти и создать определенную либо слева в разделе «Инструменты». Там, где расположены кнопки «Загрузить файл», «Спецстраница» и другие. На Wikispad'е уже функция, включенная для всех, по умолчанию, которая позволяет быстро выставлять файлы на удаление. И ссылка на окошко для операции выставления
вопросы, поэтому я буду с ними дальше. Ну, скрипт для выставления шаблонов в статьях. Новичкам может быть непонятен механизм выставления статей шаблонов. Ну, и опытным участникам, скорее всего, будет легче, как-то быстрее шаблоны. Ну вот я этим сделал наброски. Слева разделы. Ну, разделы по типу выставляемых шаблонов. То есть не просто снежка, а проблема. Сообщающая проблема, когда типа арки нет типа или нет стучки. Там все это говорящие о том, что шаблон, что ой, статья разбитовка, или что она изданная, хорошая является кандидатом, хорошие выбранные и штанное рецензирование, ну и что она является кандидатом разрешения статуса. Вот. Ну, если шаблон описан еще нет, то я в данном случае рассматриваю шаблон описан. Шаблон из выбранной категории как бы поиск по шаблонам, чтобы приходилось рыться. Вот. Ну и параметры выбранного шаблона. Вот. Ну тут вот можно выбрать конец статьи. Нет, карточку конец статьи нельзя поставить, но тут я ошибся. Так что конец статьи не надо. Ну и быстренько отрубить, потому что там тоже шаблон вставляется в статью для выставления отрубления. И поэтому можно сделать это такое. Дальше. Сообщающая проблема, как я его выбрала, общий, как бы, чтобы не купить новичков, а то архив непонятно, что можно купить новичкам непонятно. И вот тут так вот оформлены параметры. И если пользователь внес изменения в параметры, то тут должна быть кнопочка «Сохранить». Ну, следующий слайд. Вот, тут я выбрала другие значения шаблона с категории прочие, там, где позиция, представить основная статья, где внимание будет с чем-то. Вот, если пользователь не внес никаких изменений, или если он, ну, параметры, или если он параметры очистил, то тут, я считаю, должно быть немножечко удалить. Ну и вот тут я поставила после карточки, иногда шаблон другие значения ставятся после карточки, то есть слева, а не сверху. Дальше. Задача, ну тут немного такой может быть не так востребованный скрипт, когда задача на вставление привыки не так неплохо появляется в группе. И вот, как говорилось уже вот, в предыдущей сессии, Вики данные рассказывал одним из Вики, которые из-за их создания скоро уже не понадобится поставить Вики в статьях. Но сейчас пока не нужно. Оставлять интервьюки не будут, ну, то есть, чтобы простые участники оставляют интервьюки, сейчас такого не дальше. Ну, скрипт для быстрого представления интервью. Вот, чтобы я взял из статьи США, наконец, списка интервьюки, и вот здесь я написала «добавить», нажать «перекрик» на ссылке «добавить», выбор языка и введение названия.
Мы все это сделали так, чтобы интервью, когда во время ставили соответствующие, имеется в виду традиционное представление интервью, мы все будем в порядке. Вот. И вот в этом вот выпадающем можно терять списки языков. Не надо делать те интервью, ну, ссылки на статьи, аналогичные которых уже поставлены. Вот, например, вот этот, по-моему, китайский язык, его тут не надо делать, уже есть интервью для китайского языка. Дальше. Мгновенная верификация. Ну, достаточно востребованная. Я считаю, что тест является верификатором, который нам заменяет кавычки и верхние универсальные кавычки, как это называется, на ёлочку. Вот. Но можно сделать более быструю верификацию, раз это инструмент востребованный. Вот. Ну, сейчас надо зайти на страницу редактирования, подкрутить ее, нажать кнопку «Верификатор», теперь сами изменения нажать, ну, победив более описание изменений, и щелкнуть на кнопку «Верификатор» страницы. Кто приходится дождаться загрузки там, при ожидании. Ну вот я сделала наброски. Вот тут вот я сделала кнопочку верификатора. Или вот здесь вот. Ну, дальше уже ребята что-то были. Как-то у меня быстро вышло рассказать. Вопросы можно. Thank you.